страховий партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок», и на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Всяческие несуразности в организации движения хорошо заметны из-за руля автомобиля, однако и пешие прогулки по городским улицам иногда доставляют. Бывает, подойдешь к перекрестку и думаешь, а как же здесь правильно переходить дорогу? Именно такой вопрос возник на пересечении трех улиц – Культуре, Ленина и Голлана, аккурат возле 116-й школы. Непродолжительные наблюдения за перекрестком буквально заставили зашевелиться волосы. Это ж как тут детишки через дорогу ходят. Ну, со стороны культуры все окей. Тут образцово-показательный переход со светофором, который переключается кнопкой. Красиво. Вот только за время, что я наблюдал, ни один из пешеходов заветной кнопкой так и не воспользовался. Ну ладно, она тут есть, а пользоваться или нет – это уже вопрос не к организации движения. Гораздо занимательнее вышло наблюдение за соседней улицей, Ленина, ну и соответствующим переходом. А, кстати, где он? Для водителей, едущих по этой улице к перекрестку, ответ отнюдь не очевиден. Справа от проезжей части знак имеется, хорошо заметен, а вот слева. Чтобы отыскать его среди густой майской зелени, пришлось напрячь сначала логику, а затем и зрение. Напомню, что по стандарту знаки «пешеходный переход» устанавливаются всегда парой, с двух сторон проезжей части и всегда с некоторым смещением относительно дороги. Расстояние между знаками есть пешеходный переход. Вот исходя из этого требования стандарта, я и принялся искать второй знак. О, нашел! Да, непросто его разглядеть оказалось. Хорошо, хоть с противоположного направления оба знака видны нормально. А теперь самое время задуматься, это переход откуда куда? Повторяю, расположение знаков определяет границы перехода. С одной стороны переход упирается в газон, а с другой стороны в дерево. И как тут ходить через дорогу? Вот и пешеходы не знают, и не могу их в этом обвинять. Здесь так давно исторически сложилось, что пешеходный переход был немного в стороне от нынешнего, там, где ходить через дорогу удобно. Остатки разметки, даже столбик от старого знака, все еще сохранились. Вот люди здесь и ходят. Традиция. И бороться с традициями простым перемещением знаков абсолютно бесполезно, а в данном случае и абсолютно бессмысленно. И что самое неприятное, люди и дети в том числе идут здесь через дорогу в полной уверенностью, что их пропустят. То есть ту самую традицию соблюдают. А водители нет. Им-то откуда знать о местных обычаях? Знак есть, пропустят, нет? Пеняйте на себя. Обращаю еще раз внимание, это народная тропа за пределами нынешней версии пешеходного перехода, и пропуска здесь водители пешеходов не обязаны. Кто и зачем решил перенести переход в сторону от привычного места, неизвестно. Но родителям учащихся 116-й гимназии есть смысл задуматься о безопасности собственных детей. Хотя, судя по поведению этих самых родителей, вряд ли такие мелочи, как пешеходный переход, их заботят. Отчего-то, забирая детишек со школы, они частенько идут тупо через перекресток. Причем многие приезжают за детьми на авто, то есть сами прекрасно должны понимать опасность такого поведения. И тем не менее, маймо-то еще маймо. Пожалуй, без серьезной модернизации забора вдоль дороги здесь не обойтись никак. ДТП, каким бы оно ни было, всегда очень серьезный стресс для участников. Но не меньшим стрессом для них же является последующая бюрократическая процедура определения виновного и его наказания. Хотя определение виновного у нас чаще заменено на назначение виноватого. Особенно обидно бывает, когда водителя делают виноватым на ровном месте. ДТП произошло 17 марта 2014 года в Харькове по проспекту Гагарина, 48. При участии автомобилей «Газель», пассажирский микроавтобус «Мерседес» и скрывшийся с места ДТП «Мерседес» «Джип». Автомобиль «Газель» двигался по проспекту Гагарина во втором ряду. За ним в третьей полосе микроавтобус «Вита». Внезапно со второстепенной дороги на проспект вырулил джип «Мерседес». Водитель «Газели» резко затормозил и принял левее, чтобы избежать удара об этот «Мерс». И сбежал. Но в него в самого встрял ехавший позади микроавтобус. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм. А белый «Мерс», даже не притормаживая, унесся дальше по проспекту. А вот два других участника остались дожидаться ГАИ. На место ДТП приехали работники ГАИ, которые поверхностно, абсолютно поверхностно провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. Очевидцы также подтвердили, что действительно выезжал «Мерседес», который спровоцировал ДТП, взяли видеозапись. В общем, мы все равно на месте ДТП составили протокол исключительно на водителя автомобиля «Газель».
Водителю «Газели» вменили вину нарушения пункта 10.3 ПДД, то есть он перестроился в соседний ряд, не уступив дорогу едущей там машине. Действительно, по схеме ДТП видно, что «Газель» в момент удара находилась не в своем ряду. Это же подтверждает и видеозапись. Но причина, почему водитель предпринял такой маневр, сотрудников ГАИ как-то не заинтересовала. Ну а дальше суд, самый гуманный в мире. Суд установил признать виновным нашего клиента, водителя автомобиля «Газель», в нарушении правил дорожного движения, повлекшим за собой ДТП, то есть по статье 124. Наложил на него штраф в виде 340 гривен. Ну что сказать, штраф по минимуму, прав никто не лишен, страховка покрывает причиненный ущерб, но виновник почему-то себя таковым не признает. Невиновность водителя «Газели» мы регламентируем пунктом 2.14 правил дорожного движения Украины, а конкретно подпунктом Е, то есть согласно которому водитель имеет право отступать от требований законодательства в условиях действия непреодолимой силы, либо когда иными средствами невозможно избежать собственной гибели, либо увечья граждан. С этим аргументом, считаю, спорить трудно. Если бы «Газель» не ушла левее, она аккуратно бы всеми своими 3,5 тоннами вломилась бы в водительскую дверь белого «Мерса». И никакие подушки безопасности и усилители тогда бы водителя не спасли от очень тяжелых последствий. Надеюсь, апелляционный суд оправдает водителя «Газели», но осадочек-то все равно останется. Всего этого квеста можно было бы избежать, если бы сотрудники госавтоинспекции подошли к собственным обязанностям с чуть большим рвением. Налицо факт коррупции, вот, я так считаю, потому что в распоряжении ГАИ имелась видеозапись, имелись должностные полномочия опросить свидетели, которые, кстати, были опрошены, есть полномочия привлечь к админответственности водителя, который скрылся с места ДТП. Но тем не менее, водителя нашли, установили, но никакого протокола не составили. Я считаю, что здесь коррупция налицо. А что же помимо оправдания невиновного еще можно ждать от суда? В идеале признание вины водителя того самого белого «Мерседеса». Если каким-то образом признают ее виновной в ДТП, то в таком случае весь ущерб, который был причинен вследствие ДТП, это повреждение автомобиля «Газель» и микроавтобуса «Мерседес», ляжет на плечи вскрывшегося этого «Мерседеса», водителя «Мерседеса». И никакая страховка уже не будет его покрывать действия, поскольку он скрылся с места ДТП. Ринок обов'язкового автострахування чекають змін. Моторно-транспортне страхове бюро України, оцінюючи ситуацію з виплатами по автоцивільці, дійшло до висновку, що одною з головних проблем на сьогодні є демпінг з боку деяких страхових компаній. Такі компанії, знижуючи вартість полісів нижче, ніж інші учасники ринку, намагаються збільшити кількість власних клієнтів. Однак при зниженні вартості полісу знижується його надійність, адже виплати потерпілим у ДТП здійснюються саме з тих коштів, які надійшли від продажу полісів. Нижча ціна полісів – менше коштів на виплати. Отже, від такого демпінгу в першу чергу страждають потерпілі в ДТП, які не можуть отримати компенсації власних збитків. Та й самі страхові компанії іноді змушені піти з ринку автострахування, бо не мають чим сплачувати відшкодування. За минулий рік така доля спіткала 1,5 десятка страхових компаній, і замість них постраждалим здійснювало виплати МТСБУ. Щоб зменшити негативний вплив демпінгу, моторно-транспортне бюро прийняло рішення ввести для страхових компаній новий порядок відрахування коштів до фонду захисту потерпілих. Згідно з рішенням МТСБУ, якщо страхова компанія продає поліс автоцивілки, застосовуючи зменшені коефіцієнти для розрахунку його вартості, тобто за ціною нижче, ніж рекомендовано, то така страхова компанія буде змушена збільшити відчислення до фонду захисту потерпілих з власних коштів з сьогоднішніх 3% до 20%. Таким чином, прибуток компанії буде зведено на нівець. Отже, всі учасники ринку автоцивілки з 1 червня збільшать вартість полісів, адже будуть змушені використовувати інші коефіцієнти при розрахуванні його вартості залежно від міста реєстрації авто та сфери його застосування. Муніципальна страхова компанія сповіщає всіх своїх клієнтів, в яких строк дії полісу закінчується, про можливість до кінця травня оформити новий поліс по старим цінам. Економія по зрівнянню з новими цінами може скласти до 20%. Не вагайтеся, продовжіть автоцивілку зараз. Офіси муніципальної страхової компанії чекають на вас за адресами: Лиханівська, 63, проспект Леніна, 54, Московський проспект, 259, та у будівлі адміністрації Барбашовського ринку, що на вулиці Олені Стасової, 17/А2. Завертайте! Харківська муніципальна страхова компанія. Ми повертаємо витрачені гроші.
10 и 11 мая в Харькове на трассе Черкасская-Лозовая прошел первый этап чемпионата Украины по автокроссу. Обычно Харьков принимал второй этап, но в этом году, увы, автоспорт вынужден существенно сократить собственные планы. И то, что харьковчанам все же удалось провести соревнования, несомненная заслуга организаторов. Уже 18-й раз трасса Черкасская-Лозовой принимает этап чемпионата. К сожалению, в этот раз список участников был не столь внушительным, как в прошлые годы. Сказалась экономическая ситуация в стране. На старт было заявлено всего около 30 машин. Да и география участвующих команд была достаточно скромной. Харьковский регион, Донецкий, Днепропетровский и Луганский. Особенно мало в этот раз оказалось багги. Но несмотря на меньшее количество участников, гонка получилась очень интересной. Свою лепту в результаты соперников внесла погода. Первый день суббота – абсолютно сухая трасса, много пыли, высокие скорости. В первый день, помимо тренировок и квалификации, состоялись и первые зачетные заезды. Разумеется, было и торжественное открытие в ходе церемонии. Некоторые спортсмены по итогам прошлого сезона получали и награды – спортивные звания кандидатов и мастеров спорта. Ну а затем был дан старт. Одно для меня до сих пор загадка – как гонщики в такой пылище умудряются видеть соперника вообще трассу? Второй день в этот раз оказался еще более интересным. Опять погодный сюрприз. Ночной ливень и небольшой утренний дождик превратили трассу в глиняный каток. Да, пыли больше не было, зато удерживать машину на скользкой глине стало пилотам гораздо труднее. Ошибки некоторых из них вызывали массовый энтузиазм многочисленных зрителей. Но на результаты влияли весьма негативно. Так наш земляк Станислав Беседин, выступающий в ралли, решил вспомнить кроссовую молодость и вышел на старт кросса на раллийной восьмерке. Машина гораздо тяжелее, чем у соперников, и тем не менее уже в субботних заездах Беседин показал лучший результат сразу в двух категориях. А вот воскресный старт закончился крышей. И хоть сам спортсмен не пострадал, машину к следующему заезду механики подготовить не успели. Стартовал он только в третьем, и в итоге второе место в 8 и 12 классах. Столь же неудачно прошла гонка у фаворита чемпионата днепропетровца Александра Фельмана. Выступая в 12 классе, в финальном заезде его машина потеряла колесо и улетела с трассы. В итоге он вынужден был довольствоваться только третьим местом. По итогам первого этапа чемпионата харьковчане поднимались на подиум во всех 6 категориях, а в 4 из них на высшую ступень. А вот командное лидерство и в багги, и в классе легковых авто захватили днепропетровцы. Через год трасса в Черкасской-Лозовой снова примет чемпионат страны, и я уверен, будет еще интереснее. Если в Украине в этом году число автомобильных мероприятий по известным причинам сокращено до минимума, то в соседней Беларуси автомобильная жизнь идет строго по плану. Как и ожидалось, в начале мая Минск принимал 7-й международный слет «Ретро-Минск-2014». Побывали там и наши земляки. Этот слет, вернее фестиваль, при поддержке местных властей и ГАИ проводит общественное объединение «Автоамерика». Мероприятие уже обзавелось собственными традициями, одной из которых стал пробег участников по улицам белорусской столицы. Среди автомобилей, которые в длинной колонии шли по городу, были машины из 4 стран. На некоторых из них украинские номера. Одним из таких авто стал «Шевроле Корвет» 1992 года, которым управлял наш земляк Дмитрий Сварчевский. В Харькове его знают как владельца коллекции советских машин. Это грандиознейшее мероприятие. И очень бы хотелось на него равняться и постараться вот выйти на тот уровень, который в Минске устроители «Автоамерика», вот так сказать, дали возможность. Я скажу, что вот со слов организаторов, они привели такой простой, но достаточно интересный как бы пример, что в Минске движение в центре города, где происходил именно автопробег, центр города перекрывается в 3 случаях в Минске. Когда приезжает президент России Путин, когда приезжает премьер-министр России Медведев на сегодняшний день и когда проводится «Автоамерика». То есть был перекрыт практически весь центр Минска, чтобы дать возможность проехаться всем участникам. Участвовало 87 автомобилей. Колонна из 75 машин при проезде по Минску останавливалась в 3 точках – на площади Победы, у Дворца спорта и у Дворца Республики. Где бы ни останавливались машины, их мгновенно окружали жители Минска, чтобы полюбоваться редкими экипажами. Хоть организатором выступает объединение «Автоамерика», не только американские машины были среди участников. Хватало и представителей советского автопрома, были европейские марки. В регламенте слета было указано, что к участию допускаются автомобили только в отличном состоянии. Действительно, каждый экземпляр автопрома, независимо от года выпуска, мог похвастаться собственным внешним видом. Конечно, были среди них как машины полностью оригинальные, в которых все узлы и детали родные, так и прошедшие через руки народных умельцев. И те, и другие пользовались неизменным интересом публики.
Больше всех притягивал к себе взгляды как раз представитель второй категории, построенный в Москве Hot Rod на агрегатах Chrysler Coupe 1930 года выпуска. Он же был выбран зрителями как самый лучший авто фестиваля Retro Minsk 2014. Самым большим участником слета стал Ford, долгое время служивший в качестве скорой помощи. Новый владелец не стал изменять облик машины, наоборот, он тщательно восстановил медицинский отсек, и сейчас автомобиль в любой момент может вернуться к прежней профессии. Кстати, сам хозяин машины работает в спасательной службе. Обязательной составляющей фестиваля является шоу, которое устраивают те из его участников, кто любит пожечь резину. Во время остановок то и дело над машинами поднимались столбы разноцветного дыма. Это стирались об асфальт специальные покрышки, как раз для таких дел предназначены. Но главное развлечение ждало и участников, и зрителей на финишной точке пробега – историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Помимо экскурсии по его территории, всех собравшихся ждало автодерби, или как их здесь часто называют – автобои. Что-то по образу и подобию гонок на выживание. Специально подготовленные машины, гоняя по кругу, сталкиваются друг с другом на радость публики. Убивание машин проходит методично и с размахом. А завершил нынешний Кармагеддон выход на сцену Бигфута с внешностью Гранд Чероки, лихо переворачивающего легковушки, а затем и боевой машины пехоты, прокатившейся по остаткам проигравших машин. Да, у нас такие развлечения воспринимаются как-то иначе. Но размах мероприятия все же впечатлил. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.